Здравствуйте! Время денег на 24KZ. Программа для тех, кто любит деньги и хочет знать, как их делают во всем мире. Сегодня поговорим о либерийском долларе. Либерийский доллар – официальная валюта западноафриканской страны Либерия. Распространен и используется на территории лишь одного государства. Официально обозначается значком доллара, как австралийский, канадский, сингапурский и многие другие доллары. Но на практике, в деловой прессе и биржевых сводках, перед этим символом обычно ставится английская буква L. В финансовом мире о либерийском долларе известно следующее. Эмитент и территория обращения – Либерия. Валюта введена 1 января 1944 года. Монеты и банкноты в обращении. Монеты 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар. Банкноты 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. В колониальный период и после провозглашения независимости в 1847 году в Либерии в обращении использовался доллар США, фунт стерлингов и западноафриканский фунт. 1 января 1944 года у страны появилась собственная валюта – либерийский доллар. 47 лет банк Монровии занимался лишь чеканкой монет и только в 1991 году стал печатать купюры. Сегодня в обращении находятся банкноты, выпущенные с 1999 по 2011 годы. Лицевые стороны купюр украшают портреты президентов Либерии. $1 США можно обменять примерно на 84 либерийских доллара, но это не обязательно, так как американская валюта по-прежнему является законным платежным средством в стране.